Всем привет, ребят! Сегодня у нас будет тест Франки в новой сборочке, но перед тестом я быриком хочу зафармить угольную армию, потому что у меня времени не будет, завтра она уже закроется, и сейчас мы пойдем тестировать. Максимум я уже набил здесь, это чисто повторный тест. Огнекрыло, как он здесь вообще заходит. Ну, первые волны, как видите, без проблем. Что-то мы быстро ушатали демона на 21-й волне. Нас ведьма просто слила. Ну, состав уже подобран, то есть я прохожу 21-ю без проблем. Минималка 500, 520, 530 миллионов. Да, жестко мы, конечно, проходим 21-ю волну. Дальше начинается просто жесть. Сливает. Ладно. Хорошо, поехали. Думаю, многие из вас уже посмотрели обзор на Франки с Богом войны. Вот такая вот сборочка. Ну, в принципе, как бы он неплохой, но... маловато жизни, много урона, неэффективен он. Вот, поэтому я все-таки решил сегодня поменять и прокачать ему другой талантик. Вот так вот бастион мы уже слили. Качаем ему грубую силу. Есть замена. Можно так 659 камней купить и не париться. Так, окей, вот так вот, такой вот у нас Франки. Грубая сила, в принципе, все то же самое, единственное, что у нас за счет грубой силы, горло дерет, за счет грубой силы увеличивается атака на 70, также критические удары наносят дополнительно
1x урона, то есть увеличение за счет крита будет урона. Ставим его в топорик вот сюда. Ну, стоит ремочка, чтобы сразу критовал. Хотя лучше ставить воодушевление. Ставим ангела. Побежали. Так, он там, по-моему, кого-то сразу стычки ушатал, если я не ошибаюсь. Да, это был ворожей. Ну, жестковато. Ну-ка, еще раз идем посмотрим. Так, ну тут нам неудобно нападать. Вот. Смотрим. Ну, криты, как видите, довольно нечасто проходят. Ну, 190 тысяч. Ну, если нарвемся на щит, это все. Так, варлок нас атакует. Вот так вот, хранителя мы убрали. Сейчас придет очередь варлока. Смотрим. 90, 90. Вот мы слились. Сами просто слились об щит варлока, который там на максималке. Я не помню сколько. 51, по-моему, процент на 12. А так вроде 45 дает. Герой просто ушатался в 3 тычки. То есть, как видите, не особо он актуальный с атакующим талантом. Конечно, смотря на какую локацию, но... Судя по тому, что я вижу, это... Не оно, это не его талант. Так. Возможно, на 12-12 будут какие-то изменения, но я в этом очень сомневаюсь. Смотрим. Ну вот он на отражалку, по-моему, попал чью-то. Все. Сейчас он просто ушатает. Ну все, об хранителя ушатался. Да, он снес 3 героя, но он себя убил сразу же, причем... Что-то мы никому урона даже не нанесли. Странно. Вот смотрите, как хранитель. 100, 180. Вот хранитель включился. И смотрите, у нас сразу минус пол хп. Моментально. Это жесть, конечно. Вот опять хранитель включен. Нас заблокировали. Ворожая убили. Так. Давайте поставим все-таки не ремку. Поставим воодушевление. Поехали. Так будет получше на таких расстановках. Так, он кого-то уже ушатал. 300, ну такие криты, да, неплохо. Вот смотрите, хранитель включился, все, сразу же минус. Тыкву снес. Вот зачем ему столько урона, если он просто сам себя выносит? Просто шатает. Так, смотрим тут, сейчас он зарядится. Так, что по юнитам? Да, по юнитам бьет. Ну, опять же, минус. Его он будет бить по юнитам, не по героям. Если есть юниты, все, толку от него никакого. Так, ну тут вроде нету. Ну все, сразу же минус. В общем, как-то так. Непонятно вообще ничего. Ладно, давайте посмотрим на него. В забытой. Сейчас опять поставим пачку. Создать команду. Так, какой там он у меня пачки стоит. Вот этой пачке. Убираем всех ненужных. Оставим дерево. Для того, чтобы резнуло, если сможет. Поехали, малышник.
Смотрим. Пачка слабенькая. Так, тут надо будет сейчас ремку поставить. То ему не дают просто. А, вот начал бить Рину. Так, ну. Надо ремочку поставить. Ну, не знаю. Что бэвашное, что грубая сила не оправдывают себя на нем. Дамага много, но толку никакого нет. Так, меняем обратно. Управление. Так, давайте, поехали, смотрим. Фрейя. Ну, все. Все, быстро, конечно. Ну, тут Фрейя, тут ничего мы не сделаем. Но, как видите, ну, там даже особо урона много не нанес. Жизни мало, все. Как по мне, лучший вариант уже с Бастом, если выбирать атакующий талант для него. То, как и Фрейя, лучше уже все-таки бастион ставить. Это будет что-то среднее между. Так, ну, Седна, давай. Отлично. Так, Киев, давайте тут попробуем. Ну, вообще, без понтова. Уж Италия одним мигом. Он даже там ничего толком не смог сделать. Хотелось бы на хранителя какого-то попасть. Включенного. Ну вот он Седну станет. Но его очень быстро вынесли. В жизни мало и все. Хоть он и включенный был. С защитой. С каменкой все-таки он получше выживал. Возможно, его еще потестирую, оставлю там на битве гильдий. В дефе посмотрю, что он может делать. Но, честно говоря, все-таки бастион поярче будет. Даже та же самая каменка, он дольше будет выживать. Опача, поехали. А тут Фрейя стоит. Ну, все. Как видите, беспонтовые вообще. Надо будет одеть своих героев, потрешивать. Опа! Видите, на одних реглах неплохо ставить. Оживу, он себя реально отхиливает на максимум. Вот смотрите, он просто выжил. Два огнекрыла. Вечный бой. Одни миссы. Они друг друга не убьют. Так, отлично. Давайте сейчас на арене еще его посмотрим. Так, он у нас уже здесь есть. Поехали, вызов. Так, старт. Смотрим. Ну, ворожей я слил. Интересно посмотреть. Ну, смотрите, как героев сливает. Ну, здесь, конечно, он смотрится неплохо. Ну тут, конечно, у нас без вариков. Давайте еще на него нападем. Ну, сливает, конечно. Ну, все, дальше просто его сейчас... Он об хранителя должен сейчас просто слиться. Вот что и случилось. Вроде по нем там не особо попадали, но
В отражалку он убился сразу же, моментально. Так, идем на экспедицию. Поэтому атакующий талант ему вообще бесполезный. Ну все, его уже просто нет. Ушатали. Жизни мало. Даже не знаю. Реально, беспонтово. Единственный вариант — это блокировать отражалки. И в команде еще, да, потестируем его на лабиринте, когда он откроется. И на битве гильдии. Но, как видите, хоть у него и 300 тысяч жизней, плюс еще 124, 420 тысяч жизней, это его не спасает. Любая отражалка, даже там, минимальная, да, либо щит Варлока, Атланта. Про Атланта я вообще молчу. И про хранителя. То есть любой такой талантик, и вашего Фрэнки просто уже нет. Так, сейчас найдем еще без юнитов. Тестануть. Везде юниты стоят. Ну вот юнитов нет. Вот он бил там Анубиса, все, его просто ушатали моментально. Не знаю, вот такое вот. Я, честно говоря, сразу знал, что сборка реально не прокатит. Грубая сила, вроде, казалось бы, имбовый талантик для него. Но, как видите, она просто его убивает еще больше, чем БВшка. С БВшкой он и то намного лучше выдерживал урон. А тут он просто шатается сразу. Все, пишите комменты, как вам такая сборка. Я еще постараюсь вам запилить видос с Бастионом. С Каменкой есть. С Каменкой вы видели, он намного лучше. С Бастом посмотрите. Тоже я его уже тестировал. Вроде неплохой вариант. Ну, бог войны и грубая сила однозначно ему не подходят. Все, пишите комменты, подписывайтесь на канал. Обязательно участвуйте в конкурсе. Всем пока.